Церковь, аллилуйя, братья и сестры. Давайте мы поднимемся, начнем наше служение. Сейчас в самом начале я хотел бы призвать всех нас помолиться в единстве Духа за здоровье, за исцеление тех людей, кто болен. Я думаю, что в нашем окружении достаточно сейчас много людей, кто испытывает какие-то проблемы со здоровьем, какие-то недуги. Давайте мы сейчас в единстве вознесем молитву нашему Господу за исцеление, за восстановление, за победу в Иисусе Христе над всякой болезнью. Отец Небесный Господь, мы благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас здесь, в Твоем доме, Господь. Боже Святый, мы взываем сейчас к Тебе, к Твоему святому имени, и призываем кровь Иисуса Христа для тех людей, Господь, которые сейчас испытывают проблемы со здоровьем, которые болеют. Боже Святый, мы просим Тебя, коснись, пожалуйста, их своей исцеляющей рукою. Омой, пожалуйста, кровью Иисуса Христа. Омой от всякого греха, омой от всякой болезни, Господь. Восстанови, пожалуйста, здоровье, восстанови, пожалуйста, состояние тех людей, кто нуждается в этом, Господь. Боже Святый, мы искренне просим Тебя сейчас в ходатайственной молитве, Боже, встать, Господь, на защиту наших близких, наших родных, Господь, всех тех, кто призывает Твое святое имя, кто верит в Тебя, Господь, кто нуждается в Твоем исцелении, кто нуждается в Твоем участии, Боже Святый. Мы провозглашаем, Господь, Твою победу, победу Иисуса Христа над всякой болезнью, Господь, над всяким недугом, Боже, над всяким вирусом во имя Иисуса. Ава Отче, мы провозглашаем здесь и сейчас, Господь, Твою победу. Мы принимаем, Господь, Твою победу, Господь. Мы не принимаем, Господь, никакую болезнь, Боже Святый. Даже если случается ситуация, что кто-то болен, мы, Господь, понимаем, что это дано для чего-то, что это еще один шанс, чтобы призвать Твое святое имя, это еще один шанс обратить сердце свое и путь своей жизни, Господь, к Тебе, к живому Господу, к живому Богу, Ава Отче. Мы знаем, что Ты благ и милостив, и что всякую ситуацию, Господь, Ты обращаешь в добро, что всякую ситуацию, какая бы она ни была, Ты обращаешь в добро и в пользу, Господь. Ава Отче, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты есть в нашей жизни. Благодарим Тебя, говорим Тебе спасибо, Боже, за кровь Иисуса Христа, за Твою милость и благодать, за Твою любовь, которая превыше всякого суда, за Твою милость, которая превозносится над всяким наказанием, Господь. Благодарим Тебя. И молимся с любовью и благодарностью во имя Господа нашего Иисуса Христа, и народ Божий скажет: аминь. Воздайте славу Господу, Он достоин славы. Церковь, готовы прославлять Господа, готовы воспевать хвалу. Аминь. Давайте прославим нашего Господа. Воспой сейчас, Господь, как благ Ты. Если сгущается тьма надо мною, и страхи сжимают.
Задай себе сейчас вопрос, а во что ты веришь? Веришь ли ты в Господа, живого, воскресшего Иисуса Христа? Веришь ли в том, что ты когда-то воскреснешь вместе с Ним? Веришь ли ты в вечную жизнь? Вот кому принадлежит вся жизнь моя.
во мне, и тебя я найду. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. С каждой раны твоей крик люблю тебя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. С каждой раны твоей крик люблю тебя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. С каждой раны твоей крик люблю тебя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. С каждой раны твоей крик люблю тебя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. С каждой раны твоей крик люблю тебя. Я так люблю. Да раны крик, я люблю тебя. Аллилуйя тебе, Господь. Слава тебе, дорогой Иисус. Господь, мы признаемся сейчас в своей несостоятельности. Чтобы что-либо делать, что-либо творить, Господь. Только ты творец. Ты вдохновляешь, Господь. Ты направляешь. Ты даешь эту чудесную возможность что-то творить во славу твою, во имя твое. Мы говорим тебе сейчас, что наши жизни принадлежат только тебе, Господь. От начала дней моих жизнь моя в руках твоих. Нас ничто Ты мой Бог, ты все.
тьме.
Открой сейчас свое сердце. Впусти его. Впусти Дух Святой. Доверь Ему управлять твоей жизнью. Это самая мелочь. Ты очень важен для Господа. Ты очень важен для Его славы, для Его дел. Бог сейчас здесь. Бог, ты здесь, ты среди нас, Господь, склоняюсь я.
трудно дышать, нет, ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, царь всемогущий. Наш Бог, вот кто ты. Верный в слове, царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты, наш Бог. И наш Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, царь всемогущий, наш Бог, вот кто ты. Наш Бог, вот кто ты, 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 наш Бог. Дышать нет, ты рядом, ты каждый миг рядом, ты каждый миг рядом. Если трудно идти, нет, ты рядом, если трудно дышать, нет, ты рядом, ты каждый миг рядом, ты каждый миг рядом. Если трудно идти, нет, ты рядом, если трудно дышать, нет, ты рядом. Каждый миг рядом, ты каждый миг рядом. Если трудно идти, нет, ты рядом. Если трудно дышать, нет, ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, царь всемогущий. Я верю в живого, сильного Бога, в того Бога, который творит чудеса. Я верю в того Бога, который когда-то спас Иосифа, который поднял его и сделал вторым человеком в Египте. Я верю в того Бога, который дал решительность и смелость Гидеону, чтобы освободить Израиль. Я верю в того Бога, который спас Сидраха, Месаха и Авденаго от пламени огня. Я верю в того Бога, который закрыл пасть львам, когда пророка Даниила бросили к ним. Я верю в того Бога, который дал жизнь через Иисуса Христа. Господь, мы верим в Тебя, такого сильного, милостивого, того Господа, который творит чудеса и сегодня, который творит чудеса каждый день по всему лику земли. Господь, мы верим в Тебя, живого Бога. Господь, мы просим Тебя, пусть наша вера будет живой и действенной. Пусть наша вера будет подкреплена нашими делами, делами веры в Тебя, Господь. Как написано, бесы тоже веруют и трепещут, но мы не хотим верить такой верой.
Мы хотим верить той верой, которая подтверждена делами, которые прославляют Тебя, Господь. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость, за Твое присутствие здесь сейчас, на этом месте. Присаживайтесь.